Вениамин Кондратьев отметил, что такой проект даст возможность подрастающему поколению проявить свои таланты в той или иной сфере – в науке, культуре или медицине. Отбираться туда будут дети со всех районов края исключительно на конкурсной основе. Мы должны сделать все, чтобы дать возможность этой талантливой, одаренной молодежи, которая, я уверен, есть в нашем крае, не потеряться. Это школа на 1200 мест, располагаться она будет на 12 гектарах, там будет спортивное ядро очень мощное, но самое главное – интернат на 600 человек, где будут жить детки со всех, еще раз подчеркиваю, районов нашего края. При условии, если они выдержат вступительные экзамены, в эту школу, а в школу будут принимать только на конкурсной основе, если они на самом деле талантливы, если это по-настоящему те умники и умницы, которые сделают завтра нашу Кубань еще продвинутой. 1 сентября 2021 года мы школу умников и умниц в Краснодаре открываем. На конкурсной основе также будут отбирать и педагогический состав. Уже известно, что под свое патронирование школу возьмет Кубанский государственный университет.